Несколько дней назад мы рассказывали, что разбираться с оборотнями в погонах в Томске вылетел личный генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов, который был крайне недоволен сложившейся обстановкой в регионе. Безобразие. Это и говорит о том, что чиновники-то здесь равнодушны, что в городской администрации, что и в районе, о котором вы говорите. Мер поддержки вы не получаете никаких, и прокурор у нас субъекта мер не принимает. Тогда от наших источников мы заранее узнали об отставке с позором антигероя наших выпусков, заместителя прокурора Томской области Александра Ткаченко. Сегодня эта информация подтвердилась. Ткаченко полностью удален с официальных сайтов. Также в ведомстве подтвердили, что Ткаченко уволен и больше не работает в прокуратуре Томской области. А подскажите, пожалуйста, как Ткаченко принимает? Он не принимает больше. Так, он не принимает больше. В отпуске? Нет, он не работает больше в прокуратуре области. Как сообщают наши источники, экс-заместитель прокурора занесен в черный список, лишен всех наград и регалий. Также не исключено, что в отношении него в ближайшее время могут возбудить уголовное дело. Начавшаяся чистка, в том числе, наша с вами заслуга. Мы будем и дальше следить за развитием событий в Томской области. Если у вас есть информация по Ткаченко или по другим чиновникам Томска, то свяжитесь с нашей редакцией.